Шоу начинается. Конное шоу. Вновь всадники на лошадях демонстрируют свое мастерство в Щелковском парке культуры и отдыха. Это уже становится традицией. Несколько лет подряд в конце февраля участники коллектива «Конный театр» под руководством Владимира Киселева и русская кавалерийская школа «Гусар» дарят зрителям праздник. А название программы говорит само за себя. Как мы родину защищали. Искусство владения холодным оружием кавалериста, преодоление препятствий на лошадях, котельон, конкур и многое другое вошло в программу. Жители от мала до велика пришли в парк культуры и отдыха в этот день. Кто-то впервые посетил конное шоу, но есть и те, кто из года в год приходят сюда, чтобы полюбоваться и восхититься умением всадников быть единым целым со своим верным конем во время исполнения различных упражнений. Программа была насыщенной на концертные номера. Коллективы городского округа порадовали зрителей своим творчеством. Анна Балиевская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.